передать культуру своего народа через музыку и танцы. В Самарской области официально проживают около 23 тысяч армян. Многие тут родились и ни разу не были на исторической родине. Более 10 лет назад в Самаре был создан хореографический ансамбль «Наири», задача которого не только научить армян петь и танцевать народные танцы, но и сплотить, передать национальные традиции, культуру, фольклор и язык. Создал ансамбль Заграб Мирзаян, а сегодня коллективом руководит его дочь Диана. Сначала в коллективе учили только народным танцам, с прошлого года стали изучать и этнику. Если честно, очень этим горжусь, потому что народная хореография – это, конечно, любовь, но не изучая этнику, нельзя познать культуру и самобытность народа полностью, потому что сначала мы изучаем теорию танца, историю танца, возникновение, следовательно, дети уже немножко окунаются в историю, а затем уже разбираем каждое движение этнического танца и полностью уже погружаемся, можно сказать, в наши корни. В армянской культуре танцы можно разделить по группам. Армяне много веков участвовали в войнах. Им приходилось защищаться, бороться за территорию и отстаивать независимость своей нации. Ряд танцев посвящен военным действиям. Самый известный тоже, можно сказать, в армянской культуре – Ярхушта танец, где двое мужчин хлопками показывают военные действия. Его танцевали до того, как уйти на место военных боев, а также для поднятия духа, для празднования победы. Еще один военный танец – кочари. Он появился еще при первобытном строе и связан с культом животных. Распространен по всей Армении, имеет много разновидностей. Пляшут кочари на праздниках. Танец привлекает образностью и мужественной динамикой. Кочари внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Самый, наверное, такой ассоциирующий с армянской нацией – это кочари, конечно. И интересный факт, который я могу прямо сейчас вам рассказать, о том, что во время танцев кочари собирались разные деревни. Это обычно происходило после того, как уже сельскохозяйственные работы закончились. И этот танец танцевали круговым способом, то есть собирались люди, соединялись в круги и танцевали очень-очень долгое продолжительное время. Могло доходить там буквально до 12 часов в день, они танцевали 14 часов в день. Обязательно первый человек был Пальбаши, человек самый уважаемый, знающий свое дело, и он ввел, можно сказать, в танцы всех остальных. Главным героем танца является животное хой. Показываем мы в танце, инициируем бой двоих вот этих животных. Животное, не знаю, может, не каждый о нем знает, но оно такое самобытное, в том плане, что властное очень животное, немного агрессивное. И самый главный элемент в танце – это вот наша пружинка за спанак. И вот тем, как мы отходим и приходим снова вперед, показываем то, что, грубо говоря, нацию победить нельзя. Вот такую силу, сплоченность, дух. Плечи находятся очень-очень близко, что также показывает сплоченность нации и единение. Каждое движение в этом танце символизирует какое-то действие. Например, мы движемся вправо, потому что армяне считали, что справа все положительное, слева все негативное, будущее и прошлое. Поэтому мы постоянно движемся в будущее, грубо говоря, в светлое. Каждый удар символизировал столкновение с темным, чем-то черным, не очень хорошим, но все равно танец показывает, что со всем можно справиться. Древние армяне были язычниками, вели сельское хозяйство и сильно зависели от капризов природы. Целая группа танцев посвящена сельскохозяйственным занятиям и приготовлению блюд из собранного урожая. В них они благодарили за нынешний урожай и просили хорошей погоды для следующего. Хавак, который поставлен был мной. Дети выходят с виноградом. У одной у нас солистки корзины. И мы показываем процесс сбора винограда. Есть даже такой танец, как мацун, изготовление кисломолочного такого продукта. Танцевали женщины, которые обязательно уже были в браке. И считалось, что когда вот это вот все таинство проходит, и девушки встают и танцуют, то этот продукт получится еще лучше. Ну и, конечно же, это был еще один повод для общения. Кристина Оганесян сама занималась в коллективе «Наири». Получила образование экономиста, но сердцу не прикажешь. Решила выучиться на хореографа и теперь преподает в ансамбле. Чтобы танцы выглядели максимально аутентично, Кристина ездила в Армению. Я ездила в Армению к ансамблю армянскому, который называется «Карин». Проходила мастер-класс по армянским этническим танцам. Они очень популярны в Армении.
Плюс к этому Гердиана прививает нам любовь к армянским танцам, к этническим армянским танцам, и они самые, одни из самых лучших армянских ансамблей, которые именно танцуют этнические танцы. Целый ряд старинных армянских танцев посвящен церковным обрядам, к примеру, свадьбе. Армяне любят и умеют танцевать, и на свадьбах обязательно танцуют национальные танцы. А самый любимый армянский этнический танец – это тамзара. Танец танцевали во время свадеб, и танец означал, что во время исполнения движений все плохое мы изгоняем из себя и приносим только все самое хорошее. Танец танцевали в правую сторону, а в те времена в Армении считалось, что все, что танцуется в правую сторону, это приносит все хорошее. Эчмиадзин – это танец церквей. Его танцуют в правую сторону. Опять же, все, что хорошее, приносит нам в правую сторону танцуем. 12 раз двигаемся в правую сторону и 12 раз в левую сторону, что говорит о гороскопах, 12 знаков зодиака. То есть в те времена, да, вот гороскопы означали вот эти 12 знаков зодиака. Не только танцуют, но и поют национальные песни. Милена занимается в ансамбле на Ири с 3 лет. Сейчас учится на музыкального педагога в училище Шаталова и преподает вокал малышам. Наша вокальная культура Армении, она очень широкая, очень многообразная. И на уроках вокала я хочу дать детям по максимуму все, что есть в нашей культуре. В последние 1,5 года воспитанников ансамбля «Наири» стали обучать армянскому языку. Нарине Меликян стало обидно, что многие дети, которые выросли в России и никогда не были в Армении, не знают родного языка. Ее собственные 6 детей говорят на армянском. Сейчас они выросли, и у Нарине появилось свободное время. А знаний хватает. По профессии она филолог. Видела, что дети очень трудно разговаривают, общаются. У нас здесь они ходят на танцы. И видела, что между собой они по-русски общаются. И так решила преподать армянский язык. Если любишь язык, то несложно. Если ты хочешь что-то, чем-то добиться, хочешь учить детей разговаривать, писать, общаться по-армянски, то это очень душевно. Написать, читать, разговаривать, и еще это история немножко. Жаль детей, что они армяне, да? Живем в России, и своих язык не узнать, это уже страшно. А я уже вижу результат, что дети уже общаются, разговаривают, новые слова, новые этот, все, ну, вижу разницу. Воспитанников в ансамбле «Наири» хватает. Педагоги занимаются с ними в 3 смены. Сначала малыши, потом подростки, затем взрослые. Почти уже год ходим, у меня 3 девочек. Мы еще давно ходили на армянские танцы, просто не знали, куда ходить, чтобы и преподаватели были хорошие, чтобы с детьми понимали друг друга. Потом через знакомую нашла Наири, решили, чтобы ходить. Они прям каждое субботу-воскресенье прям ждут, когда у них это не получается или болеют, они прям очень сильно расстраиваются. Чтобы дети знали армянские народные танцы и песни, чтобы это было у них и внутри, чтобы, не знаю, это, мне кажется, это очень важно. У меня ходила сначала, дочка начала ходить с 5 лет, она здесь, сейчас ей 10 лет, и дальше подросла 2-я. Начала водить 2-й, ей сейчас 6 лет, уже год ходит. Но так как мы живем в России, мы так и так сталкиваемся с культурой, мы знаем язык, дети мои здесь родились, все как бы, они знают так и так культуру России, но так как мы в России, мы хотим, чтобы они и знали свое родное, то есть они знали язык свой. Ну, мои дети, конечно, не умеют читать и писать, но разговаривают. Ансамбль «Наири» постоянно участвует в конкурсах. Для этого выезжает в разные города России. Число национальных коллективов растет. В некоторых городах создано несколько армянских ансамблей. Проникновение культур позволяет лучше понимать особенности традиций разных народов, проживающих на территории России. А это укрепляет дружбу и способствует взаимопониманию.